Всем привет! Не так давно на почту мне пришло сообщение с координатами мистического места. Перескажу то, что было в том письме. Здравствуйте, Денис. Я вас смотрю очень давно. Мне нравится то, чем вы занимаетесь. У нас, к области, начали происходить жуткие вещи. В лесах пропадают люди. Видели группу людей в черных плащах, примерно человек 10. После, когда наступила ночь, в этом лесу были видны огни и очень жуткие крики, нечеловеческие. В том лесу много лет жили отшельники. Они занимались колдовством. Туда никто не решался пойти, так как там пропало очень много людей. Помогите нам, если есть такая возможность. Я решил проверить данную информацию, связался с той женщиной, которая написала мне на почту, выяснил еще несколько деталей. Те отшельники, которые жили в том лесу, это древнее племя колдунов. Еще на Руси в старину их боялись и уважали. Они обладали знаниями, которые были за пределами человеческих возможностей. Волхвы, колдуны черной и белой магии не могли с ними сравниться по их могуществу. С недостоверных источников этих отшельников было не более 50 человек. Также по этим источникам сказано, что эти отшельники были обычными людьми и не обладали никакой силой. А стали они такими из-за болота, возле которого и располагалась их деревня. То, что с этого болота вышли сущности, которые вселились в тех людей, и как предполагают по легенде, то, что эти сущности – часть древней цивилизации, которая жила здесь сотни тысяч лет назад. Но это всего лишь легенда. Что на самом деле здесь происходит, я сегодня попытаюсь выяснить. Итак, друзья, все, вышел из машины, сейчас иду по дороге. Придется мне идти через лес. И уже где-то ближе к болотам, ну, я примерно по карте посмотрел, будет начинаться то место. Там есть еще заброшенные дома. Один или два, там не помню сколько. Так. Вот, вижу один. Сейчас прошел через лес, вижу один заброшенный дом. Подумал, там свет горит, а это она просто насквозь просвечивается. Не знаю, видно, нет. Вот так. Сейчас я залезу на чердак, посмотрю, что там. Чердак вроде бы норм. На вид фасад дома, он как бы не старый, но снаружи, но почему-то весь внутри разрушен. Так, ну пожалуй, здесь я и остановлюсь, то есть оставлю все свои вещи и пойду туда, на болото. Сейчас я слышал в той стороне крик. Я не знаю, видно вам или нет. Что-то черное. Я не понимаю, там что-то висит. Вот такой крик я слышал, когда сюда подходил.
Это кто-то или что-то висит. Вон еще. Вторая. Интересно, что... Опа. Какая-то яма. А это что, факелы? Охренеть. Это гроб. О, еще одна. Я не пойму, что здесь. Что здесь вообще было? Это что-то наподобие какого-то ритуала. Зачем здесь вот эти тряпки висят?
факелы и вырытая могила. Я еще только сейчас заметил, что здесь черепа животных. Сейчас я оторву одну доску. Скелет, кости. Как это, палка или это корень? Интересно, это кто? Если здесь проводили ритуал, то это, возможно, какая-то ведьма, что ли? Поджег я сейчас факелы. Они, походу, были пропитаны горючим. И спокойно зажглись. Да, походу, здесь реальное какое-то ритуальное место. Thank you.
мне еще рассказали, что у них были кулоны. Кулоны в форме треугольника. Поэтому сейчас можно, в принципе, будет посмотреть. Я сейчас... Это мне нужно будет сейчас лезть, открывать полностью этот гроб и искать, если есть кулон. Поставлю как-нибудь. Ай-яй-яй-яй-яй. Походу, это зря я взял. Только крики и вот бег. Больше ничего не происходит. Они, походу, все облили. Видимо, могилу тоже. Потому что она вспыхнула. Возможно, скорее всего, они залили сюда горючего. Может быть, так они хотели высвободить огнем ведьму, я не знаю. Друзья, я не нашел кулон. Возможно, это всего лишь легенда была. И вот я думаю, что вот те люди, которых здесь видели, они проводили здесь ритуал. И, возможно, они сейчас в этом лесу. К сожалению, сеанс ИГФ я не могу провести. Он у меня сломан. А здесь по лесу кто-то бегает.
Поэтому вглубь туда мне как бы небезопасно идти, потому что я не знаю, кто это. Либо это те люди, которые устроили здесь этот ритуал. Я не знаю, что они здесь проводили ритуал, зачем они выкопали могилу, зачем они вообще здесь находятся. Я пока что отправляюсь в тот дом заброшенный, на чердак, там, где я собирался находиться. Переночую там ночь, заодно поставлю ночную камеру. Ну и пока что посижу, послушаю, что происходит на улице. Возможно, что-то будет. Поэтому включусь, как дойду до того дома. Итак, все, я пришел сюда на чердак. Сейчас поставлю ночную камеру, выключу свет и послушаю то, что происходит на улице, потому что сейчас я снова слышал крики. Так, все, включаю ночную камеру, выключаю свет. И слышно, как кто-то ходит возле дома. Сегодня, походу, мне спать точно не придется. Но мне нужно по-любому остаться здесь как-то до утра. Продержаться здесь до утра. У меня взят с собой еще один прожектор. Ну, это был единственный, который я взял, потому что я брал по минималке, чтобы меньше нести. Придется быть мне со светом.